Свежий мартовский ветер гулко шумел деревьями большого таврического сада в Петербурге и быстро гнал по погожему небу ярко-красные облака. На дворе было около восьми часов вечера. Сумерки с каждой минутой надвигались все гуще и гуще, и в небольшой гостиной опрятного домика, выходившего окнами к одной из оранжерей опустелого таврического дворца, ярко засветилась белая фарфоровая лампа, разливавшая тихий и ровный свет по уютному покою. Это было в одном из дружеских семейств, куда я, дядя мой Арест Маркович Ваташков и еще двое наших общих знакомых только что вернулись с вербного базара, что стоит о Лазаревой субботе у гостиного двора. Мы все пришли сюда прямо с этого базара и разговорились о значении праздничных сюрпризов. Семейный дом, в котором мы собрались, был из числа тех домов, где не спешат отставать от заветных обычаев. Здесь известные праздничные дни отличаются от простых дней года всеми мелочами, какими отличались эти дни у отцов и дедов. Тут непременно поздний обед при звезде накануне Рождества, кутья по предтече в крещенский сочельник, жаворонки детям 9 марта, а в воскресенье предстрастной недели вербные подарки. Последние обыкновенно состояли из разных игрушек и сюрпризов, которые накануне с вечера закупались на вербном базаре у гостиного двора и рано утром подвешивались на лентах под пологами детских кроваток. Каждый подарок украшался веткой вербы и крылатым херувимом. Дети были уверены, что вербные подарки им приносит этот самый вербный херувим, или, как они его называли, вербный купидон. Об этих подарках и зашла теперь речь. Все находили, что подарки — прекрасный обычай, который оставляет в детских умах самые теплые поэтические воспоминания. Но мой дядя, Арест Маркович Ваташков, человек необыкновенно выдержанный и благовоспитанный, вдруг горячо запротиворечил и стал настаивать, что все сюрпризы вредны и не должны иметь места при воспитании нигде, а тем паче в России. «Потому, — продолжал дядя, — что здесь и без того, что ни шаг, то сюрприз, и при том самый скверный. Зачем же вводить детей в заблуждение и приучать их ждать от внезапности чего-нибудь приятного? Я допускаю в виде сюрприза только одно – сечь ребенка. Все переглянулись, кое-кто улыбнулся. «Это и понятно, что Аресту Марковичу неприятно говорить о детях и о детстве», – сказала хозяйка. «Старые холостяки не любят детей». «Опять должен вам возразить», – отвечал дядя. «Хотя я уже и действительно в таких летах, что не могу обижаться именем старого холостяка». Но, тем не менее, детей я люблю, а сюрпризы для них считаю вредными, потому что это вселяет в них ложные надежды и мечтания. Надо приготовлять детей к жизни сообразно ожидающим их условиям. А так как жизнь на Руси чаще всего самых лучших людей ни за что ни про что бьет, то в виде сюрприза можно только разве бить и наилучших детей, и то преимущественно в те дни, когда они заслуживают особой похвалы. Вы чудачествуете, Арест Маркович. Немало. Вербные купидоны для меня, как и для ваших детей, еще не перешли в область прошедшего, и я говорю о них даже не без замирания сердца. Это шутка? Нисколько. Что ж за шутка с серьезными вещами? Так это история. Даже несколько историй, если вам угодно. Лучше сказать, это такое же попури из сюрпризов, как бывает попури из песен. И вы, может быть, будете так любезны, что расскажете нам кое-что из вашего попури? Охотно отвечал мой дядя. Тем более, что здесь и тепло, и светло, и приятно, и добрые, и снисходительные слушатели – Мое попурее варьировано на интереснейшую тему. А именно, спросили его, а именно вот на какую. Все полагают, что на Руси жизнь скучна своим однообразием. Ездят отсюда за границу развлекаться, тогда как я утверждаю, и буду иметь честь вам доказать, что жизнь нигде так не преизобилует самыми внезапнейшими разнообразиями, как в России. По крайней мере, я уезжаю отсюда за границу именно для успокоения от калейдоскопической пестроты русской жизни и думаю, что я не единственный экземпляр в своем роде. Арест Маркович, мы вас слушаем. Милостивые государи, я повинуюсь и начинаю. Глава вторая. Большинству здесь присутствующих обстоятельно известно, что я происхожу из довольно древнего русского дворянского рода. Я записан в шестую часть родословной книги своей губернии. Получил в наследство по разным прямым и боковым линиям около двух тысяч душ крестьян. Учился когда-то и в России, и за границей. Служил неволею в военной службе, холост и корнет в отставке. Имею преклонные лета, живу постоянно за границей, проедаю там мои выкупные свидетельства. Очень люблю Россию, когда ее не вижу, и непомерно раздражаюсь против нее, когда живу в ней. А потому наезжаю в нее как можно реже в экстренных случаях, подобных тому, от которого сегодня только освободился. Я рассказываю вам все очень подробно и не утаиваю никаких мелочей моего характера, эгоистического и мелкого, не делающего мне ни малейшей чести. Я знаю, что вы меня за это не почтите вашим особенным вниманием, но я уже, во-первых, стар, чтобы заискивать себе чье-нибудь расположение лестью и притворством, а во-вторых, строгая истина совершенно необходима в моем полуфантастическом рассказе для того, чтобы вы ни на минуту не заподозрили меня во лжи при увеличениях и утайках. В воспитании моем есть что-то необыкновенное. Я русский, но родился и вырос в не России. Должность родных лип, под которыми я впервые осмотрелся, исправляли для меня южные каштаны. Я крещен в воде итальянской реки, и глаза мои увидали впервые солнце на итальянском небе. Родители мои постоянно жили в Италии, отец мой не был изгнанник, но, тем не менее, север был для него вреден, и он предпочитал родине чужие края. Мать моя тосковала по России, научила меня любить ее и стремиться к ней. Когда мне минуло шесть лет, стремление этому суждено было осуществиться. Отец мой, катаясь на лодке в Генуэзском заливе, опрокинулся и пошел как ключ ко дну в море. После этой потери юг утратил для нас с матерью свое значение, и мы потянулись с нею на север. Мне от упору было всего восемь лет, тогда и по Европе еще сплошь ездили в дилижанцах, а у нас плавали по грязи. Я не помню уже, сколько дней мы ехали до Петербурга, сколько потом от Петербурга до Москвы и далее от Москвы до далекого уездного города, вблизи которого всего в семи верстах жил мой дядя. Эта продолжительная и утомительная поездка, или вернее сказать, это плавание в Тарантасах по грязи по 30 верст в сутки на почтовых, останется вечно в моей памяти. Я как будто вчера еще только отбыл эти муки, и у меня даже еще ноют при всяком движении хрящи и ребра. Я поистине могу сравнивать это странствование со странствованиями Одиссея и Лаэртида. Приключения были чуть не на каждом шагу, и покойница-матушка во всех этих приключениях играла роль доброго гения. Глава третья. Благие вмешательства моей матери в судьбы странников начались с первого же ночлега по Петербургскому шоссе, которое существует и под ней, но о котором все вы нынешние легковесные путешественники, разумеется, не имеете никакого понятия. Железные дороги – большое препятствие к изучению России, я в этом положительно уверен, но это пропо. Как сейчас помню, теплый осенний вечер, полоска слабого света чуть брежется на западе. И на ней время от времени вырезываются силуэты ближайших деревьев. Они все казались мне солдатиками. И я мысленно сравнивал их с огненными мужичками, которые пробегают по сгоревшей, но не истлевшей еще бумаге, брошенной в печку. Я любил, бывало, засматриваться на такую бумагу, как засмотрелся, едучи и на полосу заката, и вовсе не заметил, как она угасла, и как перед остановившимся внезапно экипажем вытянулась черная полоса каких-то городолик, спещренных огненными точками красного цвета, отражавшегося длинными и острыми стрелками на темных лужах шоссе, по которым порывистый ветер гнал бесконечную рябь. Это был придорожный поселок, станция и ночлег. Борис Савельевич, старый и высокий, с седым коком лакей, опытный путешественник, отряженный дядю в наши провожатые и высланный нам навстречу в Петербург для сопровождения в заветную глупе России, соскочил с козел и отправился на станцию. Я видел, как его грандиозная, внушающая фигура в беспредельной, подпоясанной ремнем болчей шубе поднялась на крыльцо видел, как в огне моталась тень его высокого кока, и как потом он тотчас же вышел назад к экипажу, крикнул ямщику «Не смей отпрягать!» и объявил матушке, что на почтовой станции остановиться ночевать невозможно, потому что там проезжие ремонтеры играют в карты и пьют вино, а ночью добавлял наш провожатый. Хотя они и благородные, но у них, наверное, случится драка. Матушка страшно перепугалась этого доклада и тотчас же сдалась на предложение Бориса Савельича отъехать на постоялый двор к какому-то Петру Ивановичу, который, по словам Бориса, был очлитнейший человек и имел у себя для проезжающих при отличной покое. Двор этого отличнейшего человека был всего в двух шагах от станции, и не успел Борис командовать к Петру Ивановичу, как экипаж наш свернул с шоссе налево, прокатил по небольшому мостику через придорожную канаву и, проползя несколько шагов по жидкой грязи, застучал по бревенчатому помосту под темными сараями крытого двора. Посредине этого двора, под высокими стропилами, висел на перекинутой через блок веревки большой фонарь, ничего не освещавший, но глядевший на все точно красные глазки киморы. В непроглядной тьме под сараями кое-где слышались человеческие голоса, и тот тихий стук конских зубов, жевавших овес, то усталое лошадиное отпырхивание. Матушка и моя старая няня, возвращавшаяся с нами из-за границы, высвободившись из подвора хашуб и меховых одеял, укутывавших наши ноги от пронзительного ветра, шли в упокой пешком а меня Борис Савельевич нес на руках, покинув предварительно свой кушак и шапку в тарантасе. Держась за воротник его волчьей шубы, я мечтал, что я сказочный царевич и еду на сказочном сером волке. Упокоев, которыми соблазнил нас Борис, к нашим услугам, впрочем, не оказалось. Встретившая нас в верхних синях баба, а затем и сам Петр Иванович Гусев, атлетического роста мужчина с окладистой бородой, ласковым голосом и с честнейшим видом, объявил нам, что в упокоях переделываются печи, ночевать там невозможно, но что в зале приотлично и чай кушать, и опочевать можно на диванах. А Борчуку, добавил он, указывая на меня, мы сместим два креслица и подкинем пуховичок, Мать решила, что это прекрасно, и, взяв с хозяина слово, что он в зал уже никого, кроме нас, не пустит, велела подать самовар. Последнее распоряжение матушки тотчас же вызвало со стороны Бориса осторожное, шепотом выраженное замечание, что, мол, так не спросивши наперед цены, на постоялом дворе ничего спрашивать невозможно. Хотя это точно, говорил Борис, что мы с вашим братцем всегда останавливаемся у Петра Ивановича, и он обижать нас по-настоящему не должен, но все же правило того требует, чтобы спросить». Борис Савельевич был из числа тех крепостных людей, выросших в передней господского дома, для которых поездки, особенно дальние, в столице, в Москву или Петербург, составляли высшее удовольствие. В этих поездках он мог щеголять своей опытностью, знанием света, тонким пониманием людей и вообще такими сведениями, каких при обыкновенном течении жизни ему показать было некому, до которых от него в обыкновенное время никто и не спрашивал. Все, что он не делал в дороге, все это он делал как бы некое священодействие, торжественно, величественно и при том с некоторым жреческим лукавством. В большой комнате, которую мы для себя заняли, Борис Савельевич тотчас же ориентировал нас к углу, где было тепло, даже жарко натоплено. Он усадил меня на лежанку, матушку на диван и беспрестанно прибегал и убегал с разными узлами, делая в это время отрывочные замечания то самому дворнику, то его кухарке. Замечания состоявший в том, что не вовремя они взялись переделывать печки в упокоях, что у них темно в синях, и что вообще он усматривает у них в хозяйстве большие недостатки. Затем Борис убегал снова и снова, возвращался с корзинками, в которых были припасенные в дорогу попушники и пирожки. Все это было разложено на печке на чистой бумаге, и Борис Савельевич, разбирая эту провизию, Внушал матушке, что все это надо кушать, а у дворника ничего не брать, потому что у него все очень дорого. «Я про ужин для себя полюбопытствовал», — говорил Борис. «Полтину просит, так я ему в глаза плюнул». Матушку такая резкость смутила, и она поставила это Борису на вид. Но тот только махнул рукой и отвечал, что с торговым человеком на Руси иначе обходиться невозможно. Их матушка, уверял он, и поп, когда крестит, так в самое темя им три раза плюет. Это меня очень заинтересовало, и я снова замечтался, как это производится указанная Борисом процедура, а между тем был подан самовар. Я выпил одну чашку, почувствовал влечение ко сну, и меня уложили на той же теплой лежанке. Матушка расхаживала по комнате, чтобы размять ноги, а Борис с няйкой сели за чай. Они пили очень долго и в совершенном молчании. Я, потягиваясь на лежанке, все наблюдал, как моя нянька краснела и, как мне казалось, распухала. Она мне тогда представлялась белой пиявкой, каких я, впрочем, никогда не видел. Я думал, что вот еще раздуется моя няня и хлопнет. И точно старуха покраснела, раздулась, расстегнула даже платок на груди и отпала. Но Борис Савельевич упорно оставался за столом. Он сидел прямо, как будто проглотил аршин и наливал себе мерно стакан за стаканом с очевидным непреложным намерением выпить весь самовар до последней капли. Он не раздувался и не краснел, как няня, но у него зато со всяким хлебком Пристрашно выворачивались веки глаз, и из седого его чуба вылетал и возносился легкий пар. Мне очень хотелось спать, но я не мог уснуть, потому что все мной наблюдаемое чрезвычайно меня занимало. Ведь это была она, моя заветная, моя долгожданная Россия, которую я жаждал видеть ежесекундно. Она была в этой бесприютной комнате, в этом пузатом самоваре, в этом дымящемся чубе Бориса. По наблюдениям моим готов был и иной материал. Среди таких занятий нашей компании, о которых я рассказываю, под окнами послышался шум от подъехавшего экипажа, вслед за тем стук ворота и говор. Няня выглянула в окно и сказала «шестерная карета». «Ну, как приехали, так и уедут», — отвечал ей Борис, — «останавливаться негде». Но в эту минуту на пороге явился умильный Петр Иванович и, заискивающий под обострастной улыбкой, начал упрашивать мать, во что бы не стало дозволить напиться чаю в нашей комнате проезжей генеральши. Борис Савельевич окрысился было за это на дворника, как пес догобер, да но, услышав со стороны матери предупредительное согласие, тотчас же присел и продолжал допивать свой чай. Я имел черт знает, какое возвышенное понятие о русских генералах, про которых няня мне говорила, девай, и чудеса. И потому я торжествовал, что сейчас увижу генеральшу.